Ну а Илья Яппаров в скором времени улетает на Сейшелы, предложив Ольге Рапунцель сопровождать его в этой поездке. У ребят остается совсем мало времени узнать друг друга, и они решили не тянуть с близостью. У вас сейчас шпилевели вы? Да. Да нормально все, что вы? Нормально. Где? У тебя в комнате. Слушай, это такая кровать неудобная. Да ладно, все нормально. Не, правда, совместимо, хорошо? Че? Совместимо друг с другом, понравилось? Нормально, Раф? Нормально? Все, Коля. Что вы там посекретничаем? Не надо ничего секретиться. Пойдем, Коть. Пойдем. Мася, я там кушать готовлю. А я ж приготовила сегодня, Илюшке. Я сейчас там осталась. Ну давай, что-нибудь приготовь тоже, Зая. Сейчас приду. Всем сегодня уже рассказала, что я уже расстроилась. Тебя завтра не будет.